Набор номер 11, гелевая жёсткого. В нем сборка кистей идет для определенных техник. Но по отдельности, если у вас есть какие-то комплекты, он уже может собраться. Вот все кисти, которыми мы работали, есть в остальных комплектах, кроме этой. Эта кисточка, это круглая кисть. Когда вы занимаетесь выкладкой вашего мазка в гелевой росписи, вы можете набирать все гели сразу одновременно на вашу кисточку. Подтирать, убирать лишний материал тоже можно одновременно. Для этого существуют наши гелевые наборы. Нарисуем такую маленький пиончик. Убрала, взяла плоскую кисточку скошенную и этой плоской кистью убрала лишний материал, который мне там не нужен. Размером меньшим будете работать, будут маленькие цветы получаться. Размером большим – большие цветы. Сделали, зафиксируем. Мы сделали выкладку. Теперь я могу себе позволить добавлять различные цвета. Я делаю цвет. Я работаю немножко по другому принципу. Я делаю цвет и подтенение. Но вот это гениальная кисточка, которая вот сейчас без той работы, я вам покажу, что она вытворяет. Она рисует и тоненькие линии, и толстенькие линии, и очень толстенькие линии, и опять тоненькие. Видите? Гениальная кисть, укороченная сборка, обожаю ее, просто обожаю. И смотрите еще разочек, опять тоненько. Тащим толстенько завороты, она исполняет завороты и подгибы все одним мазком. Вы видите? Вот она в жёстковском наборе, наша кисточка круглая есть. Девочки, не устану повторять, когда кисточки рисуют за вас, это круто. Вы просто экономите себе нервы и получаете реальное удовольствие.